Слав Барабанов, это «Новостройки Санкт-Петербурга». Мы сегодня разбираем старт продаж 6-го корпуса в проекте ID Парк Победы от надежного застройщика Евроинвест Девелопмент, который всегда вовремя сдает, качественно строит и очень престижно и сильно себя зарекомендовал на рынке. В данном случае ID Парк Победы, завершающий 6-й корпус, находится в Московском районе, престижном, ближайшие две станции метро «Электросила» и «Парк Победы», до которых пешая доступность до метро. Дома монолитно-кирпичные, сдается 6-й корпус и 3-й, собственно, в 4-м квартале 2023 года. До 4-го квартала 2024 года вы заедете, получите ключи. Мы сегодня разбираем однокомнатную квартиру. В прошлом ролике мы разбирали студию. Если для вас она актуальна, то по ссылкам ниже в описании можно с ней ознакомиться. Сейчас пробежимся по планировке, а перед этим напомню, что с моей помощью можно приобрести квартиру в этом проекте либо любом другом от надежного застройщика в Санкт-Петербурге. Почему стоит это сделать вместе со мной? Потому что услуги для вас бесплатны, так как их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции переходят от застройщика. При этом юридически сопровождаем. Если понадобится ипотека, сможем одобрить. Получим самым низким ставкам у нас свои ипотечные специалисты, онлайн-оборот со всеми банками. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. И, конечно же, самое главное, это помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне WhatsApp. Сегодня приближимся по однокомнатной, видим 32,2 квадратных метра, классическая однокомнатная квартира с отдельной стандартной кухней, да, в районе 9,4 квадратных метра. Это вход 3,8, есть ниша под шкаф. Обратите внимание, раздельный санузел 2,4, раздельная ванна 3,65. Есть другие планировки, в которых есть совмещенная ванна и санузел. То есть в этом плане, в этом проекте и в целом застройщик Евроинвест Девелопмент всегда делает практичную историю, очень классные планировки, и есть всегда выбор. Хотите такую, хотите больше метража, хотите с кухни побольше, хотите поменьше, хотите раздельный, либо совмещенный санузел, это все есть. По стоимости на сегодня это 9 408 240 рублей. 11 этаж из 11, отделка под чистовая white box, это выровненные стены, отштукатуренный потолок, квартира подготовленная под чистовую отделку. Также для подписчиков моего канала, для клиентов, если понадобится вам чистовая отделка, можно будет дозаказать от подрядчика надежного, все под ключ вам сделают. По окнам разные стороны света есть, можно будет выбрать. Также квартиру можно провести, друзья, как за прямые деньги, в ипотеку, либо рассрочку. Сможем подобрать оптимальный вариант оплаты для вас. Давайте пробежимся по преимуществам проекта. До 6 квартир на этаже, квартиры есть с террасами, это большие квартиры, высокие потолки 3 метра, абсолютно все квартиры на всех этажах, нет никаких ограничений. Панорамное остекление балконов, это когда окна от пола до потолка, заварили чаек, вышли с утреца, да, подышать свежим воздухом. Собственно, детский сад, школа на территории в отдельно стоящем здании. Сад на 110 мест, школа на 211 малышей. Детский образовательный кластер в 3-4 корпусах, специальное пространство, где можно организовать, например, время досуг для своего ребенка, например, репетитор, либо какое-то занятие, мероприятие и так далее. Подземный паркинг на 631 место, торговая галерея на первом этаже, в которой можно будет зайти за булочкой, за кофем, либо в ресторан в выходной день всей семьей с детьми. Московский парк Победы в 10 минутах пешком, это очень здорово. Классная локация, престижный московский район, место, от которого буквально 15 минут вы в аэропорту полетели куда-то за границу, либо до Москвы, до московского ЖД вокзала. Также на Сапсан сели, до Москвы долетели, либо в любой другой город к родственникам. Да. Действующая инфраструктура уже есть, сады, школы, поликлиники, торговые центры, все в пешей доступности, это очень лакомое, классное место. Именно таким образом, кстати, выглядит локация. Это панорама Юльская, сейчас уже
сентябрь, намного больше уже работ проведено. Поэтому, друзья, если хотите приобрести квартиру однокомнатную в ID-Парк Победе, стартовали продажи 6-го корпуса буквально неделю назад. Сегодня воскресенье, 19 сентября. То есть самые стартовые, самые интересные цены на сегодняшний день можно выбрать еще пока, успеть самые забрать лучшие варианты. Да? Поэтому, чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне WhatsApp. И также, если есть вопрос, задавайте в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на этот канал. До новых встреч роликов, друзья. Пока-пока.